Шалена швидкість, круті трампліни і драйв. До Буковини з'їхалися гонщики-екстремали з усієї України позмагатися у швидкості. Тому краще десь не до ластики. Надали територію цю гарну, бо я знаю, що це. В минулому році ми зробили, проводили такі соревнования перший раз в тому ж долині. Ребятам подобається це місце, траса дуже хороша. І вони вирішили, що краще проводити тут, тому що тут є всі умови для того, щоб проводити такі соревнования. Я беседував з Михаилом Ротарем, он говорит, что эта трасса очень подходящая для таких соревнований, поэтому и проводят тут. Спортсменам хочу пожелать в первую очередь, чтобы они были здоровыми, чтобы они занимались этим спортом, потому что это очень хороший и мужественный вид спорта, и сильнейшего побеждает. Зареєструвалося 50 учасників у нас. Всі вони однозначно, що візьмуть участь у змаганнях. От. В принципі, нормально. Як для етапу чемпіонату України, другий етап чемпіонату України з кантрі-кросу. Така кількість учасників є така досить високою. Переможець визначається, як і, скажімо, в інших там видах спорту. Ну, хто більше проїде, хто проїде більшу дистанцію за меншу кількість часу. Фаворитами змагань хто є? Фаворитами змагань це однозначно є Андрій Маханьков, це є Дмитро Гремалюк з Косова, це закарпатські спортсмени, львівські спортсмени. А чернівецькі? Чернівецькі це однозначно, що це фаворити, бо чернівці рахуються ще з часів Радянського Союзу як таким одним з найпотужніших центрів розвитку мотоспорту не тільки на Україні, а в бувшому Радянському Союзі. Мы продаем запчасти, но целью нашей компании является изменение качества жизни людей за счет постоянного наличия на их службе исправного автомобиля. То есть наш коллектив ставит перед собой цель выше, чем просто автомобиль. Поэтому для нас очень важно, что есть такие люди, как Скрипниковы, которые посвящают всю свою жизнь, всю свою деятельность поддержанию таких видов спорта, как мотокросс, как автокросс. И я считаю, что они имеют большое влияние на развитие культуры спорта и на воспитание нашего молодого поколения. Поэтому мы с ними, и сколько сможем, столько будем помогать. Yeah.
Для меня этот вид как бы мотокросса, кантри-кросс, он для меня такой не очень сложный. Вот. Первый этап был сложнее, чем этот, потому что была большая очень грязь. Там действительно было посложнее. Здесь как бы легко удалось победа, можно сказать. Вот. В сравнении, конечно, первый этап был сложнее, чем этот. А на твой погляд, какой есть красота Червецка? Она все-таки новая, видно? Ну, что нужно доделать, добавить, она как бы слишком простая. Скоростная очень. Практически этих полтора часа не дают никакого там особо физической нагрузки какой-то. Просто морально устаешь ехать долго и все. А так, если сделать немножко там пару трамплинок каких-то добавить, будет поинтереснее. Вообще неплохая трасса. Вообще как бы мотокроссом занимаюсь. Суперкросс, мотокросс, это разные просто трассы. А кантри-кросс, так получилось, что мы ездим за команду, и так как по договоренности нужно ехать и здесь тоже. Вот. Основная, это как бы не основное. Вот это как, ну как бы, чисто из-за того, что ехать надо за команду. Ну я вам скажу, очень приятно работать с администрацией Новосельцкого района. Подготовили письма, они нам ни в чем не отказали. Предоставили скорую помощь, пожарную. Семенюк Иван Васильевич дал нам разрешение провести у него здесь. Вы видите, здесь на лыжах катаются. Разрешил нам сделать трассу для мотоциклов. И все сотрудники вот Солнечной долины с тракторами, с косилками помогали все без всякого слова второго. И поэтому в организации было довольно легко. Да, но у меня этот год же после травмы, и мы были на Немчиче неделю назад, там тяжелые соревнования были. Я не успел свой мотоцикл подготовить, Хонду. Мне ребята дали свой мотоцикл Кавасаки. И, конечно, немножко непривычно на другом мотоцикле, но соперники сильные. Малаев Андрей, Маханьков Андрей, Матей с Курстаем. Ребята молодые, быстро едут, ну, мы боролись. До речи, Андрей Маханьков уважает, что эта трасса не есть одной. Да, она очень такая рабочая. Тут, в принципе, негде было расслабиться, потому что трава, пыль очень скользкая. И очень много, нету прямых участков, много ям, выбоин тяжелый. Приходится постоянно работать ногами, руками, держать мотоцикл. И поэтому она была скоростной и тяжелой. На прямой достаточно скоростной выпрыгнул и как бы пошел, все время шел по правой стороне, то есть там накатанной траектории. А здесь и шел круговой впереди меня, я решил слева его обойти. И, то есть выпрыгнул, а там как бы трава, и не очень было хорошо заметно, такой как бы чуть-чуть между землей, между холмом был перепад, как бы. И получается передним колесом при приземлении прямо втыкаясь, плюс скорость, и получается я пошел через руль мотоцикл. Передний, то есть заднее колесо поднялось в воздух очень сильно, и меня накрыл сверху мотоцикл, и, то есть на большой скорости, и от удара, то есть плечо у меня привычный вывих, и сразу плечо выломалось, и сейчас ногой поедем в больницу, там посмотрят, слабого перелома нет, но сейчас на связке еще проверят. Как почуваетесь? Не, нормально, мой друг, вот спасибо ему большое, он хирургом работает, едет во время гонки, он остановился, можно сказать, ну, прекратил участие,
то есть хотели меня везти в больницу, но это реально очень болезненно. И он сумел мне вправить плечо, и мы сейчас все-таки лучше поедем к себе домой в Коломыю и там обследуемся. Вот, и тоже тут мне укололи обезболивающее. Я думаю, что дотерплю, и там просто наложат уже гипс, фиксирующая повязка, и это самое, все будет хорошо. Да, конечно, очень хорошо ехал, как бы третьим и шел в своем классе, и действительно был большой отрыв. То есть и вообще мне и шло так сегодня, езда хорошо и шла. И действительно очень обидно, и в хорошей форме был, и, конечно, расстроен, очень расстроен. Але из-за такой травмы вы не собираетесь припиняти заниматься этим видом спорта? Ну, сейчас мы как бы, конечно, не будем заканчивать. Но сейчас, то есть, придется, конечно, пропустить около полтора месяца, два, потому что как бы месяц придется в гипсе отходить. И еще где-то, реально две недельки, чуть-чуть поздравил, потом можно будет потихоньку, без нагрузки просто кататься на мотоцикле и постепенно делать упражнения. Я думаю, что через два месяца я уже снова сяду на мотоцикл и, то есть, будем соревноваться. Я третий год занимаюсь только по выходным, потому что работа чаще не позволяет. Занимаюсь, потому что упала на уличном мотоцикле, плохо ездить умела, муж заставил на кроссовый сесть. Теперь не могу слезть, очень нравится. Как вам трасса? Як сьогодні? Траса очень хорошая. Мы ездили здесь в прошлом году, было потрясающе хорошо. Здесь хороший прием, отличные зрители. И трасса очень хорошая. В прошлом году она была, может, интереснее за счет препятствий, но в этом году тоже очень хорошая. Вы задоволены тем, как вы съездили? В целом, да. Начало было плохое, потом я немножко выровнялась. Нормально. И в четвертом этапе будете готовы? Обязательно. В этом году да, потому что в прошлом году мы брали только в третьем, в этом году я была в первом, второй и планирую третий, четвертый. А ще таке питання, як чоловіки сприймають вас? Тобто вони вважають вас сильною, гідною, рівною конкуренцією? Это у них надо спрашивать по-разному. Кто-то подбадривает на трасі, ну кому-то я мешаю. Ні, ми тут вперше приїхали подивитися, відпочити від міста. Так, да, дуже гарно. І, ми ще все не бачили, ще все не обійшли, але дуже гарно тут. Дуже приємно, що молодь займається таким видом спорту. У мене самого є мотоцикл, я теж захоплююсь таким видом. Гонки дуже справили велике враження. Ми вболівали за Олега Скрипника, за нашого чернівецького спортсмена. Але разом з тим виграв спортсмен з Хмельницького, Маханьков. Йому велике, звичайно, дякую, тому що він показав великий клас сьогодні. І ми отримали дуже велике враження від цього всього. Чи не розчаровані тим, що Скрипліков не переміг? Звичайно, ні, тому що я думаю, що роки беруть своє. Маханьков молодший, Маханькова це в крові, в нього батьки гонщики. У Скрипника все ж таки вік, але він наш спортсмен. Ми вболівали за нього, але Маханьков виграв і ми також раді за це. Дуже красиво, дуже приємно дивитися такі гонки. А вам більше подобаються гонки на мотоциклах чи на квадроциклах? Ні, на мотоциклах. Я сам це мотоцикліст був і саме більше мені подобається і квадроцикл теж. Отримали сьогодні задоволення? Отлично задоволені. Отлично задоволені. Ми бажаємо, щоб ви і на будущее ще приїхали на наші у Баян, на наші родні чорні.